смотрите, вот эта веточка, кисточка, она лежит на холстике, да? И вот смотрите, она уходит туда за краешек. У нее один бочок темненький. Я его делаю не четким прорисованным, а помните, да, у сирени, у грозди у нее вот эти соцветия, они выходят. Поэтому мы ее вот так вот темненько рисуем. Дальше добавляем более светлый, то есть к этому же цвету добавляем более светлых оттеночков, вот прямо на палитре. И второй бочок уже показываем более светлым, если мало красочки добавляем. И вот у нас, смотрите, вот уже ощущение какое-то, еще ничего не прорисовано, но уже ощущение вот объемной вот этой вот веточки уже есть. И вот по вот этому принципу немножечко один цвет переходит в другой. То есть у нас, помните, да, все грозди, они вот соцветия сюда тоже выступают, поэтому где-то цвет, где-то тень между ними. Поэтому не четкой линии, да, то есть это у нас не цилиндр, это у нас живой предмет, это гроздь сирени, поэтому оно переходит и вот сюда тоже. Вот мы ее сделали. И по этому же принципу делаем все остальные веточки, просто сначала без всяких прорисовок, без деталей. Это пока подмалевочек, это пока просто набросок наших веточек. Там, где вы видите более бордовенькие, значит бордовые, кисточку вытираем, делаем где-то более сиреневенький цвет, но они все по тому же принципу. Понимаем, откуда идет свет, откуда тень. И вот таким образом делаем объемные пока вот эти группы.